Уважаемые пассажиры, 1 июня 2014 года в силу вступил федеральный закон номер 15 ФЗ об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. При нахождении на территории вокзального комплекса строго запрещено курение, реклама и незаконная торговля табачной продукцией. Просим вас курить в специально отведенных местах. Курение в поездах дальнего следования и вагонах, в том числе тамбурах, пригородных поездов строго запрещено и влечет наложение административного штрафа.